Привет, дорогие зрители! Добро пожаловать! Сегодня мы начнем прохождение игры Spider-Man. Это, я так понимаю, показывают квартиру главного героя. Так, вот самый знаменитый веб-шутер. Так... И что же здесь? Куча хлама и показывают маску Спайдермена. Так, интересненько. Так, плакаты каких-то людей. Каких-то плохишей. О! Так, звонит телефон. Фиска? Так, а вот и наш главный герой, так сказать. Я надеюсь, ребята, звук хороший и у игры, и у нас, потому что записываю я немного все по-другому. Не как на компьютере. Так, и главный герой берет маску и одевается, и превращается в самого настоящего человека-паука. Вау, прикольные у него глаза. Так, система загрузки. Так, Питер, оплати счета. Музыка прекрасная. 15 прибывает к башне. Ждите сигнала. Ордер скоро будет. Так, оу, полетел наш главный герой. Полетел. Так, шикарно. Уху! Так, R2 для раскачки. Стой, подожди, кого там? Воу, прикольненько, так, окей, прыгнуть, так, ох, шикарно, так, полетели, уху, так, шикардозное начало, блин, дорогие друзья, хо-хо-хо, так, ох, черт, нас заметили, ты посмотри, так, прыгнуть и набрать скорость, так, хорошо, так, опа, шикардозно, так, отлично. Так, ну чё, забираемся? Охренительно. Так. Ну что, побежали? Побежали, короче. Так, и... Капитан Ватанабе. Отлично. Вы задержали его? Так. Нет, мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся. Охренительно. Так. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Так, значит, нам нужно идти туда. Вот, как ты видишь, нам 1,5 километра топать до какой-то некой точки, возможно, работы Питера Паркера. Так, давай, запрыгивай. Летим. У-ху, блин, шикарно. Так. Главное нам сейчас привыкнуть, дорогие друзья, к управлению, потому что управление довольно-таки необычное в данной игре. А, так, ну что ж, давай, бежим, бежим, бежим. У-ху! Так, полетели. Так, смотри, ползает, ползает Человек-паук, шикарно, блин, как в комиксах. Ох, так, ну что, полетели. Так, шикардозно, так. Отлично, так, нам нужно направляться туда, поэтому аккуратненько бежим. Так, давай-ка, вот там осталось уже чуть-чуть почти нам долететь. Так, если что, мы находимся в Нью-Йорке. Блин, шикарные улицы, шикарные улицы, так. Оу, черт, нас заметили. Так, давай, Человек-паук остается скрытен и бежит. Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да, у меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Так, ну хорошо, сейчас быстро закончим и побежим на настоящую работу. Так, давай, уху, шикардозно, блин, прекрасно. Тут где-то находятся бруклинские мосты, потом Манхэттен и так далее. Шикардозно. Вроде как сказать, Человек-паук родом из Манхэттена. О, спасибо. Так. Человек-паук идет спасать город и бежит спасать мир. Так, давай, запрыгивай. Хорошо. Так, разбег.
Так. У-ху, шикарно. Блин, короче, сейчас по зданию пробежимся, дорогие друзья. Так. Чуть-чуть осталось добежать до метки назначения. И все будет шикарно круто. Так. За диалогами я не особо слежу, дорогие друзья, поэтому как-то так. Все, давай, сейчас добежим. Так, блин, капец, как Человек-паук прыгает, я вообще не представляю, как вообще не боится. Так, тут что-то, какой-то замес уже начался. Кто это? Так. Нам нужна помощь! 10-32, танк Сквер, мы тут под обстрелом. Пора пробивать. Да, сейчас все сделаем, дорогие друзья, сейчас спасем мир. Так. Вау, нихера, грузовичок-то врезался так жестко. Так, придется что-то. Ууу, нихрена. Так, я так понимаю, это какая-то сука злая. Тут пытается опять... Что... О! А вот и наш Человек-паук прилетает на помощь. Так. Кто заказывал двойную порцию тяжких телесных? Так. Давай, опа, хорошо, поехали. Ууу, шикарно. Так, что? Значки паучьего чутья, мигающие над головой, предупреждают вас об угрозах, заметив такой значок, готовьтесь уклоняться. Так, хорошо. Для уклонения, опа. О, шикарно, ух, так, спокойно. Спокойно, дорогие друзья, нужно сейчас привыкнуть. Это, я так понимаю, наши первые враги, к которым мы сейчас подойдем и, так сказать, надаем хорошего шиша. Сегодня что-то бодрый такой. Ты охренеть, какой бодрый Человек-паук, я вообще чокаюсь. Шикарно, так. Давай, вот так, хорошо. Вау, тихо. Не трогай паука, это он даст шикарного пиндюля. Так, отлично. Еще враги, так. Опа, так, спокойно. Так, R1, так, R1 я кликаю. Так, стой. Нажимайте много раз, чтобы... Чего? Подожди. R1. А, вот он, R1. Так, чтобы залететь... за это, врагов паутины захреначить. Так, хорошо. Оу, так, спокойно. Отлично, так. Так, спокойно. Так, воу, тихо. Шикардозно. Так, давай, вот так. И давай, короче, вот этот... Опа. Шикардозно. Так, давай, вот так. Отхреначивай его. Вот так. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, хорошо. Сейчас мы все сделаем. Так. Так, спокойно. Как там паутиной захреначить? Отлично. Так. Так, давай. Ох, так, хорошо. Отфигариваем. Так, и давай вот так. Отлично. Так. Давай, чих. Шикарно. Вообще обожаю тему Человека-паука. Просто шикарно. Все, победили. Так, Юрий. Готово. Так. Что происходит? Воу, еще какие-то взрывы. Юрий! Так, похоже, тут не один, так сказать, теракт произошел. Так, ну полетели. Так, давай. Так и знал, что Фиск поднимет шум. Так. Окей. Сейчас, короче, долетим до места назначения. Быстрей. Так, я все-таки стараюсь привыкать к данному управлению, дорогие друзья. Так, типа вот, разгончик и прыжок с паутиной. У-ху-ху, так, отлично. Так, тут уже вертолеты, дорогие друзья. Походу, дело тут хреново. Так. Охренительно. Пришлите еще людей и закройте небо. Ничего, Человек-паук справится. Если он выберется из здания, не поймает. Ну, я тогда... Начинай. Да. Поехали, сейчас начнем, так сказать, сделать крутую работу. Так. Эй, ты куда это? Ох, шикардозно. Так. Я расчищу путь, за мной. Так. Так, давай. Хорошо, сейчас все сделаем. Так. Воу! Так. Отпрыгивает. Так. Отлично.
Так, замотали немножко. Отлично. Вау! Тихо. Чё-то тут происходит, блин, капец месиво. Так, давай. Давай. Ох. Так, концентрация. Заполните шкалу концентрации. Атакуй врагов. Чем выше ваша концентрация, тем больше урон вы наносите. Ну хорошо, поехали. Так. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Давай. Шикарно. Так. Вот так, вот так. Вау, тихо. Спокуха. Так, давай вот так. Отлично, комбо, шикарная комбо. Смотри, как набиваем комбяхину. Так, давай. Давай, хорошо. Молодцом, сделали. Вау, тихо, ты чё ко мне лезешь? Так, зафигариваем паутиной. Так, пока он там в этой паутине, мы быстро берем и всех отделываем. Уу, так, давай, хорошо, молодцом. Вау, тихо, моя шкала. У меня здоровье кончается, дорогие друзья. Сейчас мы должны сейчас отделать вот этого хрена. Так, давай. Хорошо. Полетели. Так, вы можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопили, тем больше здоровья вы восстановите. Ну, хорошо. Так. О, нормалек. Вот это хорошая тема, дорогие друзья. Так. Так, отлично, полетели. Так, вот этого главного говнюка. Так, вот этого. Ох, нихера. Так. Давай вот так. Нормалек. Так, отлично. Деремся. И бах. Кажется, это все. Так, давай восстанавливаем концентрацию. Вперёд, так. Вперёд. Отлично. Ну, то есть здоровье с помощью концентрации. Прикольно сделали. Лестница. Так. Я предпочитаю более прямой подход. Ну хорошо. Так, ну полетели? Так. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят сервер с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Так, ну отлично. Так. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Берегись. Шикарно. Смотрю супергеройский фильм, капец, чувак, да, мы, ну, то есть, нам звонят тетя Мэй, ну, я думаю, ты знаешь, кто это, если что, это та бабуля, тетя Мэй. Так, отлично, при полной шкале концентрации вы можете мгновенно добить врага. Так, ну, отлично, давай попробуем. Держи, так, его, это как? Ага, вот так, и, значит, вау, тихо. Так, ну, я, в принципе-то, сейчас попробую. Так, типа, кружок, и вот это, хорошо. Так, отлично, давай вот так. Великолепно. Уу, так. Ага, сейчас посмотрим, у кого не твой день. Так. Так. Вот все-таки, блин, классная тема. Вот типа, если ты вспомнишь Бэтмен игры, там, ну хоть это и DC, а не Marvel, но я тебе быстренько вкратце скажу, что тут очень даже интересно сделано. Типа, точно такая же... Найти серверную, пока улики еще там. Типа, точно такая же вот эта тема с врагами, но... Но тут... типа, вот, получается, что мы можем их захреначивать паутиной. Это довольно-таки... Круто. Так, спокойно. Так, для поиска врагов нажмите R3. Так, типа... Ну, типа... Я жму вроде. Так, о, нашел. Так, хорошо. Давай-ка спустимся только аккуратно. Так. Вот сюда. Так, где еще враги? Так, давай-ка врагов сейчас найдем. Так, это кто? Где-то должна быть вентиляция. Ну, сейчас найдем, подожди. Секунду, захреначивай. Отлично. Вот так лучше. Ага, во. Нормально. Подтянуться к вентиляции. О, нормально. Так, смотри. Типа нацеливаем и вот сюда. Так. А, L2, подожди. Во.
Ну, типа, я подтягиваюсь. Типа, стой, подожди. Мне нужно сейчас понять, как здесь подтянуться-то к вентиляции. Так, он здесь делает какой-то кик. Во, о, нормально. Шикарно. Главные герои всегда идут в обход. Это уж точно. Может, Фиска грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Ох, шикарный Человек-паук, дорогие друзья. Блин. Так, для нападения. Давай-ка здесь устроим нападение, как ты думаешь? Давай, погнали. Опа, шикардосно. Милые, когда беспечные. Вот ты молодцом. Кстати, Человек-паук, он так сделал вообще классно. Что не пришлось выпрыгивать из вентиляции, мы устранили врага. Шикарно вообще. Так, ну что, выпрыгиваем? Приветик. Давай, полетели. Сейчас, вы сейчас меня пустите к терминалу, я это вам обещаю. Так, окей, блин, шикардозно. Так, подожди секунду. Так, для лечения, отлично. Так, давай. Это мы уж посмотрим, кто здесь сегодня сдохнет у нас. Давай, покедовый мужик. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Так, ну давай, погнали. Погнали, сейчас посмотрим. Посмотрим, что к чему. С безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной. О! Говорит парень, удаляющий историю запросов. Ой, ребят, я думаю, вы узнали, кто это. Я не помню его имени, но у него был белый пиджак раньше вроде. Так. Проклятие. Уилсон Фикс. Вот, Уилсон Фикс, конечно. Это же древний персонаж такой. Так. Подбросить врага в воздух. Ну, я, в принципе, жму. А, удерживать! Уу! О, шикарно. Посмотри вокруг! Это все создал я! Так. А чего в своей жизни добился ты? Ага, сейчас посмотрим. Я вообще-то мир тут спасаю от вот этих гадов. Если что. Босса. Так. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы. И виноват будешь ты. Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Так, отлично. У него вроде пушка заклинила. Так, спокойно. Так. Все, одного мы залепили. Шикарно. Так. Че, лечимся потихоньку. Воу, ядреныш корень. Кто это там? Так, ну-ка летим. Юрий, взрыв только что. Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Так. Им никто не помешает. Отлично, так. Убить его, или босс убьет нас. Вау, еще враги, да ну тебя. Капец. Так. Больше, давай. Давай. Хрена. Чем-то. Вау! Ты чего? Так. Отлично. Так. И давай вот так. Уу! Шикарно. Так. В смысле? Еще не вырубился? Так. Чё, где следующая метка? Так, поехали. Так. Все чисто, вперед. Отлично. Вот и ОМОН прибыл, так сказать. Подкрепление, спецназ. Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Так, хорошо, полетели. Последний. Все на выход! Всем покинуть здание! Да, ребят, вы бегите. Я... Эх, постараюсь сейчас тут... Какие делишки сделать? Так, спокойно, главное в огонь не попадать, дорогие друзья. Так, спокуха. Так, где, куда? Где, куда? Не, куда бежать-то, мать его? Подожди, может, есть вентиляция тут какая-то поблизости? А я тут туплю так. Стой, подожди. Не вылезти! Мы застряли! Так, ползем. Сейчас все сделаем. Пойму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен, ясно? Так, давай. Давай. Так, спокойно кликаем. Давай. Опа. Молодцом. Ух, Человек-паук. Давай, ты сможешь. Давай, ты сможешь. Ты силач. Все как по комиксам. Шикарно. Ох, дорогие друзья, любил я Человека-паука. Очень сильно и до сих пор его обожаю. Рос я и на комиксах, и на игрушках Человека-паука.
Вообще классная тема. И на мультиках. Как там, капитан? Так. Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Не знаю, может быть, что он все спланировал, этот Фикс, либо Фиск. Так, ладно, что, поехали? Так, вниз. Черт. Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Ух, нихера там бомбит жестко. Так. О, с гранатой. Чего с РПГ-хой? Ух! Так, спокойно. Да это тебе крышка, сука. И мы сейчас посмотрим. Все отлично. Еще? Так, давай. Опа! Это уж слишком, нет? Так, давай. Так, спокойно. Блин, если они выстрелят тут, то нам же хана будет. Так, спокуха. Так, вроде они как бы не стреляют так. Что? Ух! Это что, день ракетчика? Так, лечись. Так, спокуха. Так, давай. Отлично, отлично. Деремся. Е, все, покедом. Попался. Так. Отлично. Так. Выламываем двери. Так, хорошо. Так, что нас тут ждет? И как бы саперы смогли здесь так. ЛР-2, типа так. Стой, погоди. Я не совсем понял. Типа, где нам что искать-то здесь? Так, спокойно. Спокойно. У меня на всех хватит. Да, у нас на всех хватит. Так, выполнить атаку. Отлично. Так, отлично. Уу! Пришло время боли. Так, спокойно. Вау! Так, спокойно. Пока они там в этой паутине запутались, мы сейчас их быстро должны отделать. Так, в сторону. Так, уклонитесь. А, вот так. Вау! Так, вау! Не смей меня угрохнуть, слышь? Саперы должны быть где-то впереди. Так. Надеюсь, они живы. Ой. Черт, у нас здоровье-то хуевое, дорогие друзья. Так, подожди, а L1, если вот это. Нихера можно что сделать, дорогие друзья, вот это хорошо. Так, окей, вроде как восстановились чуть-чуть. Так, ну. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Да, хорошо. Эй, босс. Не-не-не-не-не. Нихера нас пытались застрелить. Так. В смысле, солдаты против нас? Алло, вы чего сделали? Так, враги со щитами блокируют атаки спереди, но остаются уязвимыми в зале. Ну, в принципе, это так. Нажмите для хорошего удара. Ага. Вы все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Капец, так, оу, тихо. L1, R1, так. План не сработал. А теперь план. Отлично. Б, получить по мордасам. Так, план Б, получить по мордасам. Хорошо. Получим, получите по мордасам, дорогие друзья, вот эти. Хорошо, все. Отлично. Все, размотали врагов, да? Все это, все враги. Че, бежим? А, еще! Вау, иди нахуй! Так, я тебя не заметил. Так, залеплись, пожалуйста. Ну, то есть, за... Все, отлично. Так, я так понимаю, это какие-то хрены фиксы? Эй, Юрий, так. Похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. Счастью, Фикс или Фиска? Блин. Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его, быстро. С радостью. Так, хорошо. Дорогие друзья, отходим. И полетели. Так, давай. Сейчас немножко вот тут настроим. Сейчас, подожди, как же тут? Как же ты двери-то выламывал? Ну, блин, чел-паук, блин, пожалуйста. Скажи, как ты двери-то выламывал? Стой. Подожди. Как он двери-то выламывал? Я просто не совсем помню. Типа вот так он брал и... Вот как-то так, подожди. Либо ладно... Подожди, стой. Что ты мне потом предлагаешь? Ну я понимаю, что тут. А, ну типа во. Можно было просто открыть. А я тут такой, знаешь, пыжусь, думаю. Нужно сейчас взять паутину, эти двери разнести. Так, а вот и эта сука. Так. Большой такой, а? Фикс, Фиск, хренов.
Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Да, это уж точно. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Так, я типа с тобой сейчас должен драться, да? Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. В смысле, что ты придумал? Что он придумал, дорогие друзья? А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. Воу, нихера. Стой. О, это мне не стоило. Ничего себе так. Подожду нужного момента. Так, хорошо. Уу, как мне с этим дерьмом-то сражаться? Зарядка. Так, отлично. Уу, так, спокойно. Воу, тихо. Вперед. Так, давай, отлично. Что ты делаешь? Так, воу, так, отлично. Так, воу, тихо. Это мой шанс. Давай. Это наш шанс. Давай. Вот так, разматывай это дерьмо. Так, да, фиск. Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ой, капец, дорогие друзья, у этого мужика немножко подгорело, я так понимаю, да? Воу! Ага, так. Вот мой момент. Давай. Ах ты ж, чёрт! Был момент! Чёрт! Так, спали честь, КПшку! Так, спокойно. Воу! Тихо. О боже! Он ждал, он какой-то неведомой силы, дорогие друзья. Так. Так, давай, хуярь. Тихо. О, боже. Ты ничему не научился. А, капец. Вообще жесткий хрен, дорогие друзья. Просто это какой-то ужас. Так. Это просто какой-то ужас. А, твою мать, нихера, это разбежался. Давай. Боже, давай, ему херач. О, боже. Так. Прыгай, Человек-паук! Так, спокойно. А! Он сейчас разгоняться начнет! Боже, это кто? Так. О боже, я не туда! А! Тихо, спокойно. Так. О боже, опять он начинает прыгать. Так. Давай, херач паутинкой. Так, давай. Отлично. Давай. Сколько у него хп? Давай, о боже. Так, давай, лечись, хорошо. Так. Не зарывайся, мальчишка! Так, спокойно. L1, R1. Так, хорошо. Бах! Боже, тебя когда-нибудь можно вырубить? Да, представляю, вот эти пулеметы стоили, наверное, миллионы. Тут ради Человека-паука он тут бюджет потратил жесткий, а тут Человек-паук пришел и все разом разнес. Так, спокуха, давай. О боже, черт, не туда. Мне нужно привыкнуть, я никогда не привыкну к этому ужасу. Так, давай. Отлично, так, нанесли удар. Контрудар нанесли вроде как. Ага, все. Ой, тихо. Блин, он распутывается из-за паутины очень быстро. Так, ух, тихо, спокуха. Спокуха. Да блин, ты чё такой? Спокуха, давай, вот так. Тихо. О, тихо. Не на ней. О! Нет! Давай. Говорил? Так, отлично. Ты проиграешь, Уилли. Я еще даже не начал играть. Боже, как ты еще не начал играть? Блин, мы вроде как уже играем. То есть ты хочешь сказать, что этот хрен очень сильный, настолько сильный? Так. Хватит с меня! Сами напросились. Давай, беги. Так, спокуха. Так, давай. Так, спокойно. Ага. Нанесли вроде контрудар, так. Ах, ты ж паскуда. Так, тихо. О, боже. Так, беги. Так. Так, спокойно. О боже, так, спокуха, боже, куда ж бежать-то? Меня этот хрен достанет, чувствуется. Фиск этот хренов. О боже, давай куда-нибудь. Капец, он жесткий хрен. Я тебе говорю. Где ты? Давай, захреначивай.
Блин, сколько ему удар-то наносить-то, дорогие друзья, это же ужас, он не вырубается! Он не вырубается, ты понимаешь? Он не хочет вырубаться. Вот так, хорошо, беги. Спокойно, ой-ой-ой-ой, так. Дяденька, угомонитесь, пожалуйста. Я не знаю, вот, я понимаю, что вы из-за пушек очень злы. И типа, что я разнес ваш сраный кабинет во все тяжкие, но, блин. Давай. Нам нужно драться. О, боже. Давай. Нам нужно как-то его... О. О, нет. О, нет. Стой, куда это ты? Так. Фу, выкинули нас. Ни хрена у него недюжая сила, дорогие друзья. Американский богатырь, мать его. Вообще. Я хотел сказать, нью-йоркский богатырь. Вы знаете, что делать. О нет! Еще и с ним и с вами! Да идите вы в жопу! О боже! Пожалуйста, не надо! Так, да, ты в паутине, сволочь! Так, о боже! Так. Ах, черт, нет! Нас вырубили! Блин! Как нам их победить? Не, нам нужно как-то их победить, дорогие друзья. Не может же быть такого, что взяли нас и вырубили так. Всем в атаку, боже! Так, спокойно. Так, давай. Пока вот нужно с этими ебантяями разобраться в первую очередь. А потом уже и фиксы хреначить. Так. Так, ну что, дорогие друзья, что-то вроде как выходит. Побеждаю я этого хрена. Так, спокойно. Охренеть, он проломил потолок. Ой, то есть пол. Так, опа, хорошо, так. Отлично, что-то выходит. Так, сейчас еще что-то нам уточняк скажут, что нажми туда, чтобы выжить. Так, да, отлично. Так, о боже. Так, я туда жал, вроде туда жал. Давай, 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 давай. Я жму, жму, жму. Еее, все. Капец, этот хрен просто не дохнущий. Он какой-то мутант, что ли. Этот фиск. Так. Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Отлично. Побеждаем. Этого хрена ведут куда-то. Под замок, блин, а его точно удержат эти наручники, дорогие друзья? Мне кажется, что эти наручники ни хрена его не удержат. Из чего они должны если были сделаны? Страйкерс, да? Так. Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Все, писк, пока. Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет. Отлично. Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Может, отпуск возьму? Фух, пока что на этом все. Ух ты, новый уровень. Шикарно. Увеличение здоровья на 10+. Это шикарно, это хорошо. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Продолжим в следующей серии. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.